И мы сделали мороженое с аджикой, ванильное и шоколадное. Получилось очень интересно. Мы получаем абсолютно разные отзывы и разную реакцию на это мороженое, потому что это необычно. Я много путешествовала, приезжала в Грузию, в какой-то момент поняла, что зачем ездить сюда много раз, можно просто жить. Я, в общем, переехала. Не сразу решила заняться мороженым, не сразу решилась открыть свое дело, к этому долгий процесс шел. Это интересное решение в моей жизни, я никогда не была связана ни с едой, ни с мороженым до этого, я не ела мороженое, на самом деле, сама, потому что у меня всегда болело горло, и да, это очень интересный поворот в моей жизни, и друзья до сих пор смеются надо мной. Мне кажется, что мороженое – это эмоции, это впечатление, и это действительно что-то большее, чем просто лакомство, чем просто десерт. Знаешь, название «The Cone Culture», что в переводе с английского значит «культура рожка». Достаточно сложным названием стоит как раз-таки наша философия, которая рассказывает о том, что мороженое для нас не просто магазин, не просто бизнес, не просто продукт, а действительно что-то большее, что-то интересное. И каждое утро у нас начинается с того, что мы приходим, мы начинаем выпекать рожки. У нас есть шоколадные, ванильные, у нас есть черные рожки теперь. Наше мороженое классное, потому что мы делаем его из грузинских продуктов, из натуральных, из свежих. Мы не морозим ягоду, мы делаем все из свежих сезонных фруктов, которые мы получаем из разных регионов Грузии. Даже лаванда у нас кахетинская, мед кахетинский, то есть такие даже редкие вещи мы находим здесь. Нам нравится экспериментировать, и мы пытаемся искать какие-то новые решения, необычные для Грузии и в целом. У нас есть интересный вкус черный чай с брауни, пирог для которого мы печем здесь сами. И недавно мы поэкспериментировали даже с такими более грузинскими продуктами, не просто фрукты и овощи, а также аджика. И мы сделали мороженое с аджикой, ванильное и шоколадное. Получилось очень интересно, мы получаем абсолютно разные отзывы и разную реакцию на это мороженое, потому что это необычно, это очень острое, острое мороженое с необычным ароматом, с необычным вкусом, людям непривычно. И в эти выходные мы едем на европейский фестиваль уличной еды, который проходит в Зугдиде. Очень интересно поучаствовать, потому что это эксперимент для нас, это эксперимент для, я думаю, для жюри, для участников в том числе, потому что мороженое с аджикой я лично не пробовала нигде, не знаю, приходило в голову кому-нибудь попробовать это или нет, но это интересный эксперимент, и я надеюсь, что у нас все здорово получится, и что людям понравится, потому что пока мы даем людям пробовать, людям нравится. Мы считаем, что мы действительно дарим людям счастье, что мы делимся частичкой своего хорошего настроения, и что люди, которые приходят к нам, они улыбаются, они довольны, они рады, и они, их настроение повышается. Это наша философия по жизни, что нужно ценить тот момент, который ты имеешь прямо сейчас, и наслаждаться им.